У меня нормализовалось давление. Угу. Расскажите, какие были цифры по давлению? Было 170 на 120. Это с таблетками или без таблеток было? Я выпила таблетки всего два раза. Остальное все мне помогло оборудование. Ага. То есть вам ставили гипертонию? Гипертонию, да. Теперь у меня все хорошо. Ага. За какой период, сколько времени вам понадобилось пользоваться оборудованием, чтобы у вас прошла гипертония? Мне кажется, месяца три. За три месяца вы уже пришли к нормальным цифрам, да, и дальше продолжали регулярно использовать. Таблетки я уже не пила, да. Ага, таблетки уже не пила. Что еще заметили? Есть ли какие-то еще улучшения в вашем состоянии? Я снизила вес. Снизился вес у меня на 12 килограмм. Угу. Чувствовать стало намного себя лучше. А в чем это проявляется? Вообще настроение такое хорошее стало. Жизненный тонус. Жизненный тонус повысился. Энергии больше стало? Энергии намного больше стало, да. Ага. И как-то вы жаловались раньше на поясницу. Как теперь дела? Поясница у меня не болит теперь, все хорошо стало.